Удивительную находку сделал рабочий мадридского метрополитена. В одном из вагонов в какой-то момент стали плохо закрываться двери. Устраняя поломку, он обнаружил, что между стеной вагона и дверью застрял кошелек, который им мешал работе механизма. Внутри оказался чек на 2 миллиона долларов. Находка была передана в полицию. Хозяин кошелька пока не объявлялся. Когда мы поняли, что в механизм попал бумажник, мы взяли его и открыли, как обычно делаем в таких случаях. Внутри оказались документы, водительские права, кредитные карты и чек на 2 миллиона долларов, что нас очень удивило. Ежедневно бюро находок мадридского метро пополняется самыми разными вещами. Это книги, зонты, одежда, пакеты с продуктами и многое другое. Самой ценной находкой до сих пор считался конверт, в котором было 250 тысяч песет, обнаруженный в метро в 1982 году.